Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришло очередное письмо от моих поклонников. Точнее, от моей поклонницы, можно сказать. Сейчас я вам его зачитаю. Здравствуйте, Семен Роганов. Пишет вам Маргарита Птичкина. Мне 32 года, а я до сих пор не замужем. И отношений с мужчинами у меня почти нет. За исключением редких поебушек. Скажите, пожалуйста, когда я выйду замуж и обрету семейное счастье? Немного о себе. Веселая, радостная, люблю застолье. Рост 160, вес 120. Волосы рыжие и прямые. Заранее спасибо. Ну что тут сказать, Маргарита? Я тоже радостный и веселый и тоже люблю застолье. Я думаю, нам стоит встретиться и обсудить это поподробнее. Надеюсь на следующее письмо. Спасибо за внимание.